Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео о ресторане «Ханска Шатра» в солнечном береге Болгарии. Заведение находится на холме к северу от центра города, откуда открывается прекрасный вид на Черное море и курортную зону. Комплекс выстроен очень интересно. Своим обликом действительно напоминает шатры болгарских ханов, завоевавших Причерноморье в раннем Средневековье. Вдалеке виднеется город Несебр. Ресторан построен на месте, где во время осады города Несебр в IX веке находился шатер болгарского хана Крума Грозного. Привлекателен ресторан не только своим экзотическим названием «Ханский шатер», но и живописным расположением. Он расположен недалеко от Солнечного берега, на вершине холма, с которого открывается великолепная панорама окружающих мест. В списке 10 топ-ресторанов Болгарии «Ханска Шатра» в Солнечном береге занимает первое место. На 5-м месте ресторан «Ветряная мельница» в Созополе, на 6-м ресторан «Нептун» в Созополе, на 7-м «Капитанская Среща» Несебр и на 10-м месте ресторан «Люксор» в Бургасе. По окончании вечера вы можете насладиться приятным видом на ночное Черное море и город-курорт Солнечный берег. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!